В развилке праздник. Долгие годы местные жители мечтали о школьном стадионе, и мечте суждено было сбыться. Сегодня здесь как никогда людно. Почти на 5000 квадратных метров территории рядом с местной школой теперь располагается спортивный комплекс. Мы получили на сегодняшний момент объект, который нам крайне необходим для развития спорта. Я благодарю администрацию Ленинского района, управление образования, наш совет депутатов за правильное принятое решение по выделению средств для строительства этого объекта. Развилка отличается своими чемпионами в области спорта. Евгений Рылов прославил поселение. Здесь наблюдается большой спрос на спорт, а имеющихся возможностей не хватало. Благодаря новому комплексу у детей и взрослых, а во внеурочные часы стадион могут посещать все желающие, появится возможность развивать спортивный потенциал и стремиться к победам. Это будет влиять на мотивацию, возможно, детей. И они будут тренироваться и улучшать свои навыки в той или иной сфере спорта. Чтобы поздравить школьников с появлением стадиона, на торжественное открытие объекта приехал депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Он убежден, спортивное поколение – светлое будущее страны. Поэтому строительство таких комплексов необходимо, если государство стремится растить успешных, здоровых детей. В общем, новая философия развития страны – это новый стандарт образования и жизни. И очень важно, что этот стадион будет использоваться для жителей. То есть новое общение. Папа-сын, мама-дочка. Я думаю, что это тоже очень символично сегодня. Спортивный комплекс в Развилке был построен в рамках муниципальной программы «Школьный двор» и стал 17-м в районе. В отличие от других стадионов, помимо футбольного поля, здесь удалось расположить зону биатлона, волейбольную и баскетбольную площадки, прыжковые ямы, легкоатлетическую полосу. Все то, что поможет, во-первых, ввести качественные уроки физкультуры, сдавать нормы ГТО, ну и просто развиваться и заниматься спортом в свободное время. В ближайшем будущем подобный стадион появится в Петровском. Запланировано строительство объекта и во дворе Калиновской школы. Правда, из-за маленькой территории не такого масштаба. Юлия Погосян, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ.